К 16:00 в Знаурском районе на участке 54 проголосовали больше 55% избирателей, жителей поселка и близлежащих сел. Члены избирательной комиссии отметили, что с утра явка была высокой. На участке 54 голосовали жители сел Азуат, Нижний и Верхний Цихлад, Циндар, Тигва и Фарн. Проголосовало 55% от общего количества избирателей именно вот на участке номер 54. А так по всему кругу 52%. Сегодняшний день является важной датой, отмечали многие избиратели. Они идут на выборы с надеждой, что условия проживания для сельских жителей будут улучшаться. В целом в районе открыли 4 избирательных участка. На избирательный участок поступили заявления от граждан, которые по состоянию здоровья не могут прийти и проголосовать. Для них предусмотрена переносная урна, и после 16:00 их начали обходить. На Тарыганском избирательном участке 56 к 5 часам вечера проголосовало около 200 человек, то есть большая часть избирателей из этого округа. Юлимана, 380 избирателей. Ерниум дискалескута. 49,7%. И на других избирательных участках района также оживленно. Алена Утаева, Аида Кочева, информационный выпуск сегодня.